Оксана, если Экспо перенесут, как отразится на планах? Ну, я еще, хоть я и не Ванга, так, но я еще в прошлом году предположил, что когда только начали разговоры, начались о пандемии, в Китае это все, это было до Нового года, у меня возникло чувство, что, возможно, с Экспо мог бы тоже из-за этого проблемы, так, и, возможно, даже и перенос, да. И поэтому мы еще в прошлом году начали прорабатывать вариант, что мы до сих пор не знаем, перенесут Экспо или не перенесут. Что в случае, если перенесут Экспо, чтобы это не отразилось на нашей работе. И пока решения о переносе Экспо нет, хотя предпосылки уже все есть к тому, чтобы его перенесли. Там только осталось, по-моему, одно совещание провести в Париже, где, ну, собственно, согласуют решение оргкомитета в Эмиратах о переносе Экспо. И тогда уже будет окончательно ясно, перенесут, не перенесут. Мы будем готовы к тому, что если перенесут, то, в принципе, мы сделаем примерно в те же сроки, когда планировалось Экспо, сделаем свою выставку в инновационном центре Skyway в Шарже на своей земле и сделаем свой павильон, где покажем все то, что мы хотели показать на Экспо. Где будет высокосной Юнибу стоять, где будет стоять грузовой Юниконт для перевозки морских контейнеров, где даже будет показана модель, действующая модель, кстати, комплекса, где совмещены городская трасса, высокоскоростная трасса и гиперскоростная трасса в вакуумной трубе. Мы это тоже планируем показывать на Экспо 2020. И такая действующая модель длиной где-то 12 метров сделана, делается сейчас. Мы это тоже покажем. И покажем действующие трассы тестовые, чтобы мы видели не только на модельках, не только на картинках, не только в роликах, а наяву увидели, что вот оно есть и вот оно работает. И надеюсь, к тому времени коронавирус, вот эта пандемия, сойдет, и к нам смогут приехать те, с кем мы планировали встретиться на Экспо 2020, чтобы подписать контракты на адресные проекты. Поэтому планы мы не меняем и движемся к тому, чтобы вот за тот период времени, как мы планировали на Экспо 2020, не зависит от того, перенесут его или нет, но подписать контракты на минимум на десяток миллиардов долларов. То есть планы такие, мы к этому должны идти. Star Club. Возможности безграничны.